как дорог и близок нам его образ. Ко дню рождения Владимира Ильича вместе со всей страной готовятся и пионеры города Камышино. Сегодня мы должны подвести итоги социалистического соревнования, посвященные 111-й годовщине со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Наш отряд принимал участие в создании экспозиции, посвященной жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина. Кроме того, ко дню рождения Владимира Ильича мы собирали марки, значки, альбомы. Я хочу внести предложение на коммунистическом субботнике посадить аллею и назвать ее именем Олега Кошевого, имя которого носит наш отряд. Давайте посадим на аллею берез. Ребята из 16-й школы серьезно и ответственно относятся к порученным делам. Во всем стараются выполнять заветы Владимира Ильича. Верные ленинским традициям дружбы и солидарности, они давно ведут переписку с чехословацкими пионерами. В Камышине сооружается газопровод Чехословакия СССР, и ребята часто встречаются с чехословацкими строителями. Настоящим человеком хорошо иметь достойный пример тех, кто живет и трудится по-ленински. Как делегат 26-го съезда Коммунистической партии Советского Союза Валентина Николаевна Черкашина. Знатная предельщица хлопчатобумажного комбината, герой социалистического труда. Эти пятилетки закончите 11-10 классов. Я думаю, придете к нам работать на комбинат. Что вам понравилось у нас на фабрике? Работать предельщицей или работать ткачихой? Что вам понравилось? Предельщицей понравилось. Так что приходите, все вам расскажем, все вам покажем. Все свои секреты. Но у вас самое сейчас главное, как сказал Владимир Ильич Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. Этот день в клубе юных космонавтов города Егорьевска был посвящен Юрию Алексеевичу Гагарину. Это было 20 лет назад. Готовился первый полет человека в космос. Это было очень рискованно и опасно, потому что еще ни один человек не летал в космос. Первый космический полет был доверен советскому человеку Юрию Алексеевичу Гагарину. И вот, 12 апреля 1961 года, 9 часов 12 минут, дан был старт советской ракете «Восток». Юрий Алексеевич Гагарин был первый человек, который увидел Землю из космоса. Впервые в мире был преодолен психологический барьер. Весь народ встречал Юрия Алексеевича как самого дорогого человека. Все радовались, что Юрий Алексеевич Гагарин справился с заданием. Все его встречали очень радостно. Народ по праву называл Юрия Алексеевича Гагарина Колумбом Земли. Полет и возвращение Юрия Алексеевича Гагарина на Землю было большим праздником для народов всего мира. Он очень любил детей. Его можно было очень часто видеть в их окружении. При встрече он рассказывал им о космонавтике, авиации. И на лице его всегда была очень добрая улыбка. Мечта о космосе. Чтобы хоть немного приблизить ее, можно уже сейчас готовиться к полету. Космонавт должен в совершенстве знать материальную часть и радиооборудование современных самолетов. Здесь, в клубе, ребята получают и практические навыки, знакомятся с летными специальностями. Заниматься парашютным спортом полезно каждому, а тем более будущим космонавтам. Очень важно закалить и укрепить свое здоровье. А иначе не то, что в космос, вообще летать не сможешь. Голова закружится. Кроме занятий спортом, необходимы тренировки на специальных тренажерах. И каждый год, 12 апреля, происходит посвящение в юные космонавты.
Я, курсант клуба юных космонавтов, принимаю присягу и торжественно обещаю быть честным, дисциплинированным. Я обязуюсь учиться только на хорошо и отлично, активно участвовать в общественной жизни, всеми делами своими, оправдывать звание юного космонавта, преемника замечательных традиций, героических покорителей Вселенной, воспитанных нашей великой Родиной. Клянемся! Ребят поздравили ветераны Великой Отечественной войны. Высокого полета в космосе. Вы работаете, учитесь, самое главное, и на Луну, и на Марс. Они очень хотят быть футболистами. А пока делают свои первые шаги, учатся в московской детской спортивной школе ЦСКА. Заслуженный тренер Советского Союза Владимир Юрьевич Четвериков помогает им стать хорошими техничными игроками, смелыми и ловкими. Сегодня у ребят большой праздник. Их старшие товарищи участвуют в первом турнире памяти заслуженного мастера спорта, знаменитого футболиста Всеволода Михайловича Лаврова. Команда ЦСКА уверенно лидировала во всех матчах. И вот их последняя встреча с футболистами города Могилева. Кому же достанется кубок? Первый тайм проходит с преимуществом москвичей. Они неоднократно атакуют ворота противника. Однако вратарь могилевцев Володя Шанталосов всегда на чеку. Счет так и не был открыт. Советы и замечания Василия Петровича Иванова, тренера футболистов ЦСКА, сейчас особенно дороги. И вот второй тайм. ЦСКА явно не устраивает ничейный результат. И снова следует одна атака за другой. Опасное положение у ворот гостей. Отлично играют защитники и вратарь могилевцев. Сильный противник. Игорь Зайцев, нападающий ЦСКА, прорывается к воротам. Защитники пытаются перехватить мяч, но это им не удается. С подачи Саши Киселева Игорь Зайцев посылает мяч в сетку ворот. Гол! Итак, победителем первого турнира памяти Всеволода Боброва стала команда ЦСКА. Приятно получить кубок из рук известного футболиста, заслуженного мастера спорта Альберта Шестернева. Они очень хотели победить еще и потому, что школа ЦСКА носит имя Всеволода Михайловича Боброва. И победили достойно. Молодцы!